О, жара стоит, обалдеть. Плюс 33 градуса. Ну что ж, все, что выше плюс 25, это же, конечно, сразу сказывается, причем очень сильно. Больше пить водички, вот эти все дела. А днем работать просто невозможно, даже если, ну, постоянно ездить, то дела. А Так, ой, днем его какой? работать запустился, то даже и кондиционер не справляется в машине. Друзья, всех приветствую. Питюню всем большой, рад их видеть. Продолжаем с вами Междуземье углубляться, как я и говорил, сегодня вернусь. Вторая часть стрима, да? Так, ну, эта часть стрима уже до вечера. Ну, а потом я поеду и ждите в Телеграме вестей поле города, так сказать. Так, ну что, стримчики на ВК Плей, вижу, все запустило, все окей, все работало. Да, протестировал я, короче, всю тему. Ну, в общем, то, что я планировал протестировать. На прошлом стриме все хорошо. Вот единственное, что меня расстраивает, это то, что нету смены качества, блин, на Твиче. Блин, не дают мне называемый так, как таковой транскодинг. Блин, ну хоть ты так и сяк, хоть ты тресни. Блин, раньше был. Раньше не забирали, может быть, больше стримов стало, может быть, не знаю, короче, чем связано. С Ютубом вы сами знаете, что происходит. Блин, достали эти новости уже, если честно. То блокируют, то не блокируют, то все, пятое, десятое, короче, не ясно. Ладно. В общем, все на ВК Плей. Все туда. С Ютубом разберемся потом. В любом случае, я буду записи туда эфира своих до последнего выкладывать. Как говорится. О, извините. Как говорится, пока вообще не заблокируют. В общем, как-то так. Ладно, давайте углубляться. Блин, ну что, чем дальше проходимся, тем интереснее становится, да, и тяжелее. О, блин, тяжело на самом деле играть вообще, ну, блин, ё-моё. Такие боссы, так все шикарно вообще происходит. Я сам маленько аж в шоке, да. Чего-то там. Так, забыл в ОБС выключить предосмотр. Это тоже грузит систему. Кстати, нехило, причем грузит. Ну, короче, все, кто стримит, обязательно предосмотр вырубайте. Так, ну что, пока патчей никаких не было, помимо ABS. Да, все работает, все хорошо. Плагины мои на микрофон, на веб-камеру, там, ну, вот это все. Конвертация, в общем, цвета, бархатистый голос микрофона. Все должно работать четко. Короче, я проверил, без косяков стрим на процессоре тоже довольно-таки радует. Ну, тут в зависимости от игры. Если игра грузит процессор на 100%, то тогда... Добро пожаловать на видеокарту в эфире. Если нет, то сюда. Так, ну что, на прошлом стриме нашли вот с вами вот такой костюмчик. Шикарненький. Так, нам, короче, с вами надо вернуться в лес. Вот, в лесу нас где-то долго... Короче, да, там у нас есть, разумеется, вот эта местность, руины в туманном лесу. Нам надо найти там волка, блин, который у нас вот, вот здесь на карте вверху. Вообще, вот сегодня должны пойти сюда, посмотрим, что у нас здесь. Так, где он тут у нас был? Селвилус, который, да? Так, ну, в общем, я там маленько залез, когда покушал, посчитал маленько на Вики. Короче, да, волк в лесу. И его надо призвать. Короче, как-то так. Вот в эти руины, источники сиофа, в которых мы были, тоже обязательно надо найти. Там локация с боссом, короче, ну, все дела. О, вот у нас тут такси мне кричит. Выходите на работу! Много работы! Жара работать некому. Ладно, до вечера пусть ждут. Так, руины поселения. Ну да, здесь у нас девушка торгует магией. Но пока мы с ней разговаривать не будем, она нам, ну, в общем, пока не очень-то интересна. Потом с ней, в общем, все дела. Нет у нас пока столько рун. Когда лишний будет, тогда и закупимся. Так, ладно, побежал. Тихо-тихо-тихо. Листики, блин, ё-моё. Тут, видите, всякие ходят с флагами. Но эту мы повозку уже останавливали. Было дело, второй раз ее тормозить не будем. Так, побежали, короче, в лес, возвращаемся. Нам сюда. Давайте с волком вопрос решим. Может, он нам подскажет, куда идти. Если нет, то пойдем в ту локацию, которую я видел в прошлый раз. А, нет, отсюда-то я не спрыгну. Стоп, надо сюда переместиться. Здесь надо оббегать, как бы, ну его нафиг. Оббегать это далеко. Короче, там, где медведи, вот нам туда с вами надо.
в эту часть. И кое-что. Помните, мы с вами щелчок приобрели пальцы, такую вот тему. Может быть, то нам он откроет доступ к лака. Блин, тут медведи кругом. Тоже не дают особо побегать спокойно. Так, нам нужны руины. То есть нам надо сюда вот эти метки убираем. Раньше, кстати, метка была на руинах. Почему убрали? Ну, видите, тут вот эти медведи, с ними мы уже сражались. Прям вообще здорово. Когти точит такой, да? Когаточечник, я его называю. Ну, я и потока когда-то пророком называл, да? Это же было дело. Пепел войны, удар по земле. Ну, вот всякие вот пепелы войны тут дают. Блин, куча-куча крафта, конечно, в игре. Прям вообще обалдеть. У меня голова кругом. Надо как-нибудь уделить мне время, короче, почитать, разобраться. Вот это вот все. Так, во, руины в туманном лесу. Тут у нас спит Мишка, короче. Его мы не трогаем. Так, нам надо с вами применить жест щелчок по пальцам. Вот. Ну-ка. И... Волк, ты где? Должно было сработать. Ха. По крайней мере, так написано. Так, а точно щелчок пальцем? Ну-ка, погодите. Вроде да. Да, щелчок пальцем. Я же его еще тогда и поставил специально. Тук. Но волк не появляется. Так, возможно, значит, что-то я не сделал. Блин. Может быть, тут? О, волк. Нету. Блин, обидно. А. Может, где-то в другом месте? Ну-ка. Еще говорили, звук должен быть. Волка. Ой, это что такое? Прочесть послание. Подходи, покупай. Так. Подходи, покупай. Налетели, блин, я красота, с этим мы уже общались. Так, подожди, тут, по-моему, какой-то торговец. О, точно, торговец есть. Блин, а я его не заметил. Здорово, дружище. Так, добро пожаловать, дорогой покупатель. Сюда, прошу, сюда. Погоди, тут за мной бегут? Да, здесь у нас торговец, нифига себе. Ну-ка, давайте поговорим. Так, главное, чтобы на меня не напали. Не, вроде отошли монстры. Добро пожаловать, уважаемый покупатель. Вот наша передвижная лавка. Прошу, купи что-нибудь. Так, это ты знак оставил, дал? Я голоден, я так давно ничего не ел. Умоляю. Нифига себе. Так, поговорить с ним нельзя. Но что ты продаешь? Так. Все это понятно. Так, щиты, 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 физика. Во, неплохой щит. Усиленный блок, 53. Так, обычный италийский щит среднего размера. Высоко ценится за прочность и надежность. Украшен с изображением древа Эрт на фоне голубого неба. Парирование. Ну, понятно. Так, усиленный блок 53 у него. 47, 53, 45. Да, неплохой щит. Вот этот щит нам не нужен. Так, ну давайте я куплю у него вот эти камни. Три штуки. Раз голоден. Так, по поводу рецептов. Блин, дорого стоят. Стрелами торгуют. Так, топорик, ладно. Ну, поговорить с ним нельзя, ладно, пока. Так, метка останется, что торговец здесь есть? Торговец-кочевник, да, останется. Так, давайте с нашим щитом сравним. Так. У нас усиленный блок 56, да? Магия 55, 59, 39. А, ну слушайте, не, наш-то помощнее будет. Блин, ну ё-моё, ну ладно, тогда сорян, дружище. Так.
А это ты, оказывается, метку оставлял. Помните, я думал, что за метка? Здесь торговец. Ладно. Так, а как нам волка-то призвать? Ну, написано, что надо по щелчку услышать вой возле этого места. И призвать волка. Ну, воя я никакого не слышу. Там, где медведь спит. Так, нет, стоп, назад побежал. Ну, волк, давай. Пока бегаем, еще чего-нибудь найдем, да? Жертвенная ветвь. Листики тут, листики. Живите. Блин, ну нету воина. Слушайте, ну может быть не ночью надо, а днем? Как вариант. Ну-ка, погодите-ка. Да, возможно, надо днем. Слушайте, тут что-то я тут бегаю ночью. Может быть не ночью точно. Давайте поспим до утра. Во-первых, флягу прокачаем. Так, мы с вами нашли 3 штуки этих. Это неплохо. У нас 9 фляг. Так, фляги, да, можно увеличить. Будет 10. Отлично. 10 уже хорошо. Так, распределить все у нас под житуку, ну, потому что мы воин. Так. Ладно. А, поспать до утра. До полудня даже давайте, да? Угу. Может быть, с этим связано? Не ночью надо было приходить, не знаю. Ну, давайте посмотрим. Мишки. Я не туда побежал, ё-моё. Так, самое главное, чтобы нас медведь тут не палил, а то это палево. Они не отстанут. А биться долго с ним я пока не хочу. Блин, опять согрел лишнего. Так, ну и... Мишка спит? Мишка, ты где? А, вон. Да, Мишка спит в любое время суток. Ну слушайте, ну нету, блин, ну а как? Что-то не призывается. И нифига, да? Может, сюда спуститься надо, нет? Тоже нифига. Странная тема. Короче, я не знаю. Ну, не срабатывает. Видать, что-то все-таки я не сделал, да? Где этот проход искать, короче? Ну, хз. Воя тоже, волка я никакого здесь не слышу. Ну, давайте тупо пробежимся по лесу, я не знаю. Ну, потому что, ну, странно это все дело. Так, окей. Сюда сбегаем. Сюда сбегаем. Просто, ну, я не знаю, не срабатывает. Так, сначала первое на первую метку. Первое сначала, да. Нету никого. Хорошо. На вторую. Вот придумали-то, а? Иди ищи, как говорится. Нафиг, я больше эти гайды не буду читать. Как идет, так идет, короче.
с этими заданиями, как их продолжать, я не понимаю. Но оно не срабатывает, то есть, с этим Вики. Мало древа, Эрт, ну. Вас даже трогать не хочу пока. Это вот это вот место, да? Где вниз. Ну да, нету. К сожалению. Так, и на. Тут мы были. Так, все понятно. Короче, не срабатывает. Я хз, почему не срабатывает. Ребят, в общем, пишите, почему. А я хочу теперь про вот эту локацию пробежаться. Вернуться вот в эту часть карты. Нам в любом случае туда наверх. Это об этом я знаю. Нас сюжет туда ведет. Озера Лурния. Так. Значит, во-первых. Ну, то есть нам отсюда, вот сюда, вот тут проверить, что за замок, и вот сюда, вот, укрытый ущельем деревню. Вообще-то у нас тут метка есть, но я вот здесь бы хотел пробежаться, посмотреть, что есть. Так, давайте первое место, вот тут пробежимся, потом забежим вот сюда, второе место посмотрим. Ну, разумеется, дерево, тут, наверное, боссик какой-нибудь. Ну, вот, вот тут что-то тоже похоже, да, на какую-то расщелину. Четвертое, ну и куда-нибудь вот сюда, к примеру, да? Пятое место. Вот, короче, как-то так. Сначала на первую метку. Так, первая метка у нас внизу, да? А, помню, да, там какой-то здоровый гигант стоял. Я его тогда не убивал. Ну, давайте смотреть, что за гигант. Может, с ним даже поговорить можно будет. Хотя, наверное, вряд ли. Будешь разговаривать, нет? Нет, разговаривать он с нами не будет. Ладно, по ногам. Ёпси. Снес негодяй. Да, блин. Да ладно, серьезно, что ли? Блин, ну да, как бы это серьезно. Ладно. Мощный гигант, вопросов нет. Загасил. Тебе, зараза. Так, гаси, гаси. Так, выносливость. Да ёб твою мать! Чё такой дикий-то, а? Стал, блин, пару ударов по нему там... И то мимо. На, держи, сдохни. Готов. О, нормально за него дали. Слушайте-ка, насыпали рун неплохо. Ну и все, да, только руны, короче. Ладно, так, сразу же здесь пробежимся. Глянем, что у нас тут есть. Что он здесь охранял? Если тут пещерка какая-нибудь, я не знаю. Так.
Тут еще один медведь когти точит, слышу где-то. А, это может тот наверху, который... Так, что-то тут светится. А, нифига себе, медведь. А ты что тут забыл? Потапочка, Салапыч. Я уже куда-то далеко оббежал от того места, куда хотел проверить. Но я выискиваю пещеру. Ну ладно, вернуться-то всегда успеем. Мечевидный ключ. Замечательно. Да, кстати, я обратил внимание, что мечевидные ключи вот у таких вот персонажей. Так, игра, не мигай. Вот эти вот артефакты, кстати, я не знаю. Может, только на моей 2060 Super GeForce такая тема. Видеокарта у меня не косячит, я постоянно как бы тестирую, проверяю. Ну, убираю всякие разные там. Так. Тема. Ну, вроде бы тут как-то... Все пустенько, да? Так, ну что, да, мечевидный ключ неплохо. Достаточно. Вот, блин, в открытом мире вообще видюха на 100% грузится. Да, это прямо обработка. Ну, понятно, графон прям вообще шикарный, столько деталей. Так, Мишка. Мишка, извини, но надо проверить, что у тебя все-таки, да? Я думаю, за тебя тоже рун немало дадут. И может быть у него что-то интересное есть, поэтому его убить надо. Как бы не прискорбно это звучало. Извини, Потапыч. Но это междуземье. Это междуземье, дорогой. Ладно, ладно, не бесись. Блин, как всегда, когда падает, выносливость заканчивается. Больно! Тихо. Пора нашим потока бить. Мишка скажет, храбить меня, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Да бляха, муха! Вот это печаль, беда. Просто деревья прорубают и все, как ты убей. Да, да просто дичайшая тема. Прости, дорогой. Прости, но это междуземье. Да, нифига себе, за него даже дали больше, чем... А, и... Понятно, крафтик. Так, охранял ли что-либо он тут? Стена, может, какая-нибудь невидимая, не знаю. Не, вроде бы ничего такого, да? Так, ладно, давайте заходим, смотрим, что здесь. Вот, кстати, видите на карте вот такая метка, да? Напоминает то же самое, как здесь. Видите, тоже вот есть подобные метки. Но я не могу понять, как сюда вот попасть вот в эту часть карты. Вроде бы, казалось бы, дорога здесь, но дороги нет. Может быть, там с другой стороны потом как-нибудь. Ну да ладно, разберемся со временем, не все сразу. Давайте заходим, что-то купол какой-то, да, на цирк похоже. А здесь с потоком нельзя, ну разумеется. Речной источник Ансель. Еще одна локация, что ли, вниз? Так, смотрите-ка, да тут локации прямо ее парасоте. Вот это да. Тут еще один источник. Так, ну ладно, доходим тогда до нашего святого дела, да? Костра, так сказать. Да, еще подобное такое. Нифига себе. Так, а тут в самом начале, да? Река Ансель. Да, короче, тут смотрите, тут-ка у нас... Ну вот, да, вот мы... О, тут между ними можно перемещаться. Ух ты, да тут получается локация под локацией. Вау, да, и... Так, понятно. Это не про только то, что мне ребята говорили. Что потом, типа, узнаешь. Там локации в игре дофига и больше. Так, ну понятно, понятно. Короче, ну сначала, разумеется, между землями, а потом уже вниз. Так.
Ну, понятно, понятно, ладно. Ну, видите, тут можно перемещаться по нижним локациям, только... Прикольно придумали, прикольно. Ну ладно, возвращаемся. Сюда мы потом как-нибудь. Фух, как-нибудь потом. Ну круто. Круто, да. Вопросов нет. Вот еще одна нам тема, куда надо будет бежать. Ставим метку и пошли. Да. Да, охранял, так охранял. Зерна Леурния. Так, ладно, ставим здесь меточку, да? Типа нам сюда надо будет по-любому. Так, значит, у нас тут речной источник Канцель, да? Здесь у нас... Смотрите, уже немало так-то, да, прошли на самом деле. Но еще идти. Так, ладно, теперь давайте наверх и на вторую метку. Посмотрим, что там. Так, еще с башни у нас, помните, там вопрос 4 ба... Короче, еще дофига-дофига. Вот я вот на самом деле иду. Я понимаю, что, ну, блин, это игра от японцев. Тут без вики, без... Ну, тут столько секретов, что прям все, конечно, все саму не найти. Опа-на, а это что такое? Так, ладно, нам по дороге. Вон там, видите, наверху непонятная тема какая-то. Отдыхай. Ну вот, прокачали меч, неплохо справляемся. Так, погодите, вот это... А, я знаю, кстати, я помню, умер на ней. Было дело. Ну-ка. А, так она... Да, она что-то огнем фигачит. Ну, видите, что творит? Далее. Прям творит и творит чудеса. Огненный цветок. Ладно. Продолжаем двигаться. Так, по дороге нам, да? Ага, и налево. Так, что ты с флагами-то ходишь? Ходят с флагами. Расходились. Так. Ну, понятно, понятно. Здрасте. Давно не виделись. Ой, это какой-то мощный. Типа. Тихо. Блин, нифига, он меня чуть не убил. Щит-то поднял. Почему я щит не могу поднять? Так, я не понял. Почему-то я не могу поднять щит. Мне что, эта кнопка сломалась, что ли? Нормально так. А чё за... Почему, что случилось-то? Что снова? Что у меня с геймпадом? Игра. Все же работало. Почему-то у меня правый бампер не равно вот этот вот не работает.
Может, конечно, какой-то косяк в игре произошел, я не знаю. Но бывают такие вот баги, да, небольшие. Ладно. Давайте сейчас я перезагружу. Не, ну кнопка не может не работать. Странная тема какая-то. Не, не работает. Да блин, а чё за фигня-то? Ладно, сейчас, секунду. Давайте перезагрузимся. Может быть, что-то произошло, бой какой-то. Почему-то щит не могу в руки взять. Если нет, я, конечно, войду в этот в геймпад, настройку кнопку проверю. Теперь щит всегда поднят. А что происходит-то? Я не понимаю, что произошло. Что за бред-то? Погодите, что-то какая... Может, Bluetooth что-то у меня косячит? Ну-ка. А, так. Так, так, так. Бокс тестовый режим. Так, Microsoft отстанет меня. Ну все, левый бампер работает, кнопка. ЛБ. Ну, видите, да? Я не знаю, что произошло в игре. Короче, какой-то сбой, блин. Странно. Ну ладно, можешь перезагрузить. Ну, погодите еще разок. Microsoft, уйди. Да что ты тут меня хочешь? Уйди, не хочу я заходить никуда. Так, не удалось войти в систему с помощью гейминг рутам сервис. Отменить нафиг. Все работает, кнопка. Странно тебе. Ну, я думал, может, что-то с блютузом, конечно. Но нет, работает все. Ну, тогда косяк какой-то. Сейчас, если косячить что-то будет, я, конечно, отключу блютуз, подключу по проводу. Ну, геймпад. Все возможно. Не, ну, все-таки недавно взял, да? Если сейчас все заработает, тогда в игре какой-то косяк был. О, работает. Ну вот видите, не знаю, в чем был прикол, короче, ладно. Так, здесь у нас храм клятв какой-то, окей. Дальше четвертое и третье место. Давайте, все, заработало. Ну, значит, было с игрой косяк. Так, ну что-нибудь интересное тут найдем. Угу. Храм клятв. Здесь можно заговорить с какой-то черепахой, смотрите-ка. Черепашка спит, будить ее не очень хочется. Так, погодите, сначала бежим, посмотрим, что тут. Искупить грех. О. А, слушайте, а это не как в Dark Souls, искупание грехов? Так, сундук. Так, ну давайте с черепахой что поговорим. Ты из погасших, верно? Добро пожаловать в храм клятв. Я Мириэль, смотритель этих священных чертогов. Прошу прощения за неподобающее состояние дел. Известна ли тебе история этого места? Как оно стало храмом клятв? Да нет, конечно же, я не знаю. О, что ж, очень жаль, но разве твоя вина? Раскол привел к тому, что мы все упустили из виду нечто очень важное.
Именно здесь, в храме клятв, соединились великие дома Древа Эрт и Луны. Их скрепил брачный союз между Рыжим Радагоном и Реналой Полнолуной. Таким образом, наш храм обретает памятники обоих домов. Древо Эрт и столица Академии Рая Лукарии. Так, и... О, тебе что-то было нужно? Ты можешь здесь свободно ходить повсюду. Я бы сопроводил тебя, но, увы, мои ноги уже не те. Если найдешь что-либо нужное, бери, не стесняйся. Или ты наставление от меня ждешь? В этом случае я готов поделиться с тобой всем, что знаю. Так. Изучить молитвы о Радагоне, уйти. Так, у него можно магию изучать. Блин, прикольно. Прикольно. Ох, сколько же в игре всякой красивой, четкой магии. Прям, ну блин, явно поболее, чем в Dark Souls. Это прям вообще пипец. Круто. Ну круто, магом, конечно, в игре играть прям вообще топово. Так, молитвы какие-то, да? Ну это на веру, все дела. Благословение Древа Эрт постепенно восполняет здоровье, заклинать ближайшим союзникам. Ну, тоже круто. Блин, вот классно. Магии вообще... Ну, в принципе, даже за бродягу, если переделать эстаты, можно играть тоже как за мага. Так, о Радагоне мне расскажи. Хочешь узнать больше о владыке Радагоне? Владыка Радагон был великим героем, обладателем роскошной огненной гривы. Он прибыл в эти земли во главе Большого Золотого Войска и в битве встретил госпожу Реналу. Вскоре он отринул притязания на чужие земли и стал мужем королевы из рода Кари. Однако, когда Годфри, первого повелителя Элдена, изгнали из Междуземья, Радагон покинул Реналу, вернулся в столицу и стал вторым мужем королевы Марики, королем-консортом. Он получил титул второго повелителя Элдена. До сих пор неизвестно, почему владыка Радагон отверг госпожу Реналу. И как так вышло, что повелителем Элдена был избран простой герой? Понятно. Говорят, владыка Радагон скрывал одну тайну. И однажды именитого скульптора из Золотой столицы попросили создать большое изваяние Радагона. Кажется, он разгадал тайну повелителя. Поэтому считается, что секрет Радагона заключен в той статуе. Или статуе, да? Так, о Ренале. Хочешь знать больше, госпожа Ренала? Это королева, глава правящей семьи Кари и ректор Академии Рая Лукарии. Могущественная и прекрасная полнолунная ведьма. К сожалению, предательство Радагона разбило ей сердце. Когда члены Академии восстали против королевской семьи, Реналу заперли в большой библиотеке. Понятно. В конце концов, королева осталась одна. Она обаюкала янтарное яйцо, вверенное ей Радагоном. Теперь она использует это яйцо для запретного обряда. Да, что там про яйцо говорилось? Мрачного ритуала перерождения. Походу, нам это яйцо нужно. Никогда не забывай. Нет греха страшнее, чем расторжение самых прочных уз, уз клятвы. Понятно, короче, что-то связано с этим яйцом, да? Говорят, владыка Радагон скрывал одну тайну. Однажды именитого скульптора из Золотой столицы попросили создать большое изваяние Радагона. Кажется, он разгадал тайну повелителя. А, это то же самое говорит. Поэтому считают, что секрет Радагона заключен в этой статуе. Да. Так, то же самое говорю. Угу. Так, ну ясно, понятно. Спасибо, черепашка. Спасибо. Мы к тебе еще, как говорится, возможно, в будущем вернемся. Так, храм клятв у нас здесь. Мириэль, пастор клятв. Как тут персонажи все разбросаны по это. Так, а я так понимаю, здесь можно искупить как-то грех. Вы не грешили. То есть, если что-то согрешишь, возможно, за руны можно искупить. Ну-ка, а что в сундуке? Надеюсь, можно открыть. Золотая швейная игла. Золотые инструменты портного. А, это для нашего персонажика, кстати. Золотые инструменты портного. Рыжеволосый драгон взял их с собой перед тем, как породниться с семьей Кария. С помощью этого комплекта местных благодатей можно изменять даже одеяние полубогов. Ну, круто.
Учвейная игла из золота. Уникальный предмет, позволяющий изменять одеяние полубогов. Радагон взял эту иглу с собой перед тем, как жениться на королеве Ренале полнолуной и примкнуть к династии Кария. Ну, класс, класс. Так, что, огненный цветок какой-то. Рассыпающий, тлеющий цветок. Такие цветы растут на вершинах великанов. Удобрением для таких цветов служат искры, вылетающие из кузницы, где пылится, пылает пламя погибели. Так, ну ясно, слушайте, ну прикольно, ладно. Черепашку, наверное, можно ведь и ударить, да? Да, здесь можно оружие махать, но я этого делать, конечно же, не буду. Так, здесь все понятно, здесь все понятно. Спасибо за нам, за напутствие. Так, ну, здесь метку ставить не будем, мы сюда еще просто, ну, тупо вернемся со временем. Так, ладно, давайте теперь вот сюда и вот в эту часть карты. Глянем, что здесь. Здесь, скорее всего, понизу надо будет бежать, но сначала на четвертую. Круто. Блин, чем дальше углубляюсь, тем все интереснее, интереснее, интереснее становится игра. Ну, понятно, раскрывается сюжет вот этого всего. Так. Ага. Приехали. Так, ну тут... Опа-на. Опа-на. Ну тут понизу можно и сюда прийти, да? Понятно, ладно. Там какая-то ходячая тема, я не знаю, что это такое. Это, блин, здоровые темы. Так. Ладно. Отдельная фиалка. Этих я убивать не хочу, пусть тусуются. Пошли нафиг. Так, как нам вниз бы попасть? Так, сюда. Как-нибудь тут можно спрыгнуть? Нам даже не вниз, а... О! Ой, ёб твою мать, добежали все-таки, да? Так, с этой стороны. Ну, давайте с этой, так с этой. Так, тут мы были, вот сюда, да, налево, по дороге. Как я и говорил, дорога ведет, скорее всего, к тем камням. Возможно, тут даже пещера будет где-нибудь здесь, потому что я не вижу, как туда спуститься. Так, помимо этого надо пещерки поглядывать, да? Может быть, что-то да есть, так. Руины дворца будут. Оу! Так, на прошлом стриме мы с вами не подняли уровень у персонажа. Андрюша, как обычно, вперед, вперед планеты всей пытается, да? Не получилось, ладно. Гасанули. Зараза. Надеюсь, здесь был клин Марики, может, я бы пробежал, не увидел. Так. Здесь я где-то умер, да? С той стороны только. Давай, отдыхай. Чуть поаккуратнее надо быть. Разбегался тут. Так, что-то я не могу понять, где я восстановился. Как мне туда-то попасть? Подождите, что-то я запутался. О, тут Мишка еще, зашибись. Волшебное, полезное вяленое мясо. Мишка, прости. А, все понял. Все понял. У вас тут два мишки. А фиг отстанут ведь, да? Ну это маленькие. Ладно, по маленьких не будем трогать. Да я где-то с той стороны, получается, забежал.
Так, здесь меня убили, да? Сука. Тихо. Сейчас забрать свои вещи. Там уже повоюем. Где он там наверху, что-то я его не вижу. А, вон он, сучаныш. Так, давайте того вынесем сначала, то он не даст мозга парить будет. Где-то наверху там шмаляет, вон он. Ах ты, еб твою мать, как тебе туда запрыгнуть-то, а? А вот это грустно, ребята, вот это очень грустно. Я умер не на подходящем прямо месте. Вот это очень печально, где я умер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько у меня там? 12 тысяч. Блин, 12 тысяч, вот тут прямо жесть. Ебона мать. Так, там их двое стреляющих. Тут, наверное, я не обойду. Так, темно, нифига не видно, фонарик. Думал, может быть, здесь можно наверх забраться и обойти к ним с той стороны. Надо вот стреляющих убивать. Блин, лучники, маги, это вечная проблема. Так, где я бегаю вообще, понять не могу. А, все, вижу. К древу к этому идем. Ну, понятно. Не, ну надо идти сюда. Я тут вряд ли, наверное, обойду. Хотя, кто его знает. Просто сейчас нарвемся там на другие неприятности. Еще один мишка. Интересно, здесь я смогу наверх запрыгнуть? Ах ты, зараза, а. Ах ты, чертила. Нет, не обойдем, нам сюда надо. Ну, вообще, как бы нам сюда наверх надо, но, блин, я хочу вернуть свои... Ладно. Блин. Тогда тем же макаром забегаем туда. Тут какие-то эти проблемы непонятные. Вообще враг, не враг. А, здесь даже вот что есть, нифига себе. Окей, неплохо. Благодать. Нашли куда поставить, ё-моё. Разрушенный лабиринт какой-то. А, вижу. А так, тут их двое было. Да присядь ты. Тихо, отойдем. Отойдем, пока нарываться смысла нет. Вот этого надо вынести сперва. Там второй идет, да?
Готов. И тут же поломать. На, держи. Отдыхай. Держимая стрела. Так, отлично. Тут так много-то. Что тут вообще в этом лабиринте интересного-то есть? Еще один лучник, да? Держи. Блин, не хватает. Не хватает урона. На, хватает. Так. Что они тут охраняли? Вот это мне тупо повезло. Вот это пиздец. Чуть опять не гасанули. Урода. Тупо везение. Вот сейчас вот тупо везение. О! Ты откуда взялся? Вылез из-под дерева, блин. Не вид... На, держи, зараза. А, бутылка-то пустая. Да ё-моё. Так, ладно, что они тут? Пасли, так сказать. Так, ну это мы здесь, и нам надо вот в эту часть, как я планировал идти. Лабиринт. Пошел. Ну не маш, пожалуйста. Так, нормально. Поблекший золотой подсолнух, грибы, ну вот это вот все. Так. Значит, я не вижу, как бы, чтобы они что-то здесь охраняли. Так, продолжаем двигаться вот в эту часть. Наверх надо как-то попасть. Надо попасть наверх. Так, может все же здесь что-то есть? Я не знаю. Лабиринт же какой-то, да? Вот в какой-нибудь или там. А, во. Угу. Камень яростного пламени. В основном, как бы, понятно, что крафт, с которым надо разбираться, блин. Читать про него, узнавать. Ну и все в таком духе. Так, ну я не вижу. Пещеры вроде бы нет. Все, посмотрел. Это одни камни. Ладно, двигаем наверх. Там, где эти ходят. Здоровые. Так. Здесь мы вот это обсмотрим. Деревья. Тут что-то как-то непонятно. С таким сталкиваться, да, такое себе. Ч
Возможно, там где-нибудь лучники было. Так, и пещерку бы мне, пожалуйста. Давно пещер не было. Вроде нету ничего такого. Ладно. Так, дружище, ты враг, не враг? Я не понимаю. Непонятно, непонятно, кто такое создал. Ну, понятно, кто создал, но в плане, что... Кто сюда это поставил. Так, щит с витым рогом. Ух ты, а, это щит. Вот это, кстати, уже поинтереснее. Так, ну понятно, что если я вот эту тему вынес, то у нас дом упадет, да? И там что-то даже, возможно, будет интересное. Но сперва вот сюда вот посмотрим, что здесь еще есть. Здорово. Блин, не убил что ли? А, у вас еще и трое. У вас еще и трое тут. У вас здесь еще и трое. Нормально выжили. Кости, стрелы. Кости, стрелы, кости, стрелы. Так, пещера, пещера, пещера. Нет, никакой пещеры. Блин, чем дальше проходим игру, да, тем все как-то колоритнее, колоритнее, колоритнее становится локация. Так. Ну, понятно. Вниз это вот сюда как раз бы я бы хотел проверить, что там, да. Но сперва домик. Вроде тут нету никакой пещеры, я не вижу, по крайней мере. Можно было бы тут запрыгнуть, да, я бы прям сейчас проверил. Но здесь, если мы спрыгнем, возможно, только сюда пойдем. Сюда мы еще вернемся, нам, да, вот сюда надо. Помните, тут у нас ущелье, тут у нас какая-то ущелье, деревня. Наверх там подниматься, помните, где по локации-то я не пошел дальше. Вот отсюда сюда мы перешли. Так, торговец кочевник. Ну, здесь вот, короче, пока еще рано. Давайте глянем, что за дом. Что-то вроде тут нет никакой пещеры. Пробуем, что? А, ну сперва еще тут пробежимся. Опять у меня глаза разбегаются, я даже, я не знаю, тут, наверное, действительно надо монитор на 32 дюйма, такой полуовальный, да? Чтобы разом видеть все. Пытаюсь везде все усмотреть. Да, тут явно что-то интересное. А, еще одна, да? Так, ладно. Хотя бы если погибнем, то отсюда начнем. Так, еще одна благодать. Так, тут у нас территория мавзолея. Ой, тут еще один, что ли, у нас? Ой, ёпона мать. Блин, да что ж тут такое происходит-то, а? Вы чё тут, ё-моё? Так, ну мне надо вниз проверить. Мне кажется, там вот эта штука, это пещера. По любасу. Так, ну это понятно. Типа назад ведет. А, тут еще вот что-то есть. То есть, видите, вот так вот бегаешь, бегаешь в открытом мире, что-то да нашел. Амулет из крепкого рога. Ну, вот как-то так. Довольно должно быть неплохо, да? Так, лилии всякие. Так, сейчас будем с этими штуками воевать, пробовать. Так, ну это понятно, это уже сюда ведет. Так. Ладно, давайте с первым сначала. Потом уже со вторым и вниз. В принципе, если он там... Блин, ну ладно, окей, выжил. Не знаю, просто можно это убить или нет. Когда он вот так делает, надо отбегать, по ходу дела. Я не понимаю, ему жизни выношу вообще, нет?
Как узнать, я ему вообще нанес урона, не нанес? Или это как-то может быть... Да ну не, это какая-то фигня. Тут походу надо, может быть, что-то вот с руинами сделать, или чтобы он на них как-то топнул. Ох, Мидзаки, а. Видите, а он даже на него не целит. Ну, как будто, чтобы это враг. Ясно. Понятно. Ладно. Надо думать, ждать подсказок. Так, давайте здесь прогуляемся. Это еще довольно большая локация такая. Лучники эти гребаные. А, смотрите-ка, тут у нас... А, ну это вот сюда ведет наверх. Ага. Ну да, это вот в эту часть карты ведет. Вот сюда вот. Да, и вот здесь вот что-то подар... Ну это вот, вот это поселение. Тоже надо будет проверить. Блин, ну я убежал от того, что мне надо. Ладно, давайте спускаться, короче. Сейчас еще придется на костер. Это так сильно быстро мы... Все пробегаем. Может, какой нам персонаж, что потом подскажет. Что с этим делать? Так. Короче, нам вниз надо. Вниз, вниз, вниз. Так. Это что за звук интересный? А, слушайте, а вниз что-то как-то там печально. Сильно далеко вниз. А, вот оно, это печально. А, короче, нам сюда. Зашибись. А, там еще проходные. Ну, тут-то мы можем через эту штуку пойти. Через мост. Да, я помню, я туда проходил. Так, ну вообще сюда по сюжету как бы, да, игра направляет. Но... Ладно, убираем метку. Ну, блин, далеко сильно падать. Даже не с той, не с той стороны. Непонятно, короче. Как туда попасть, конечно. Там явно что-то есть. Ну, это, походу, с этой стороны карты. Тут-то я могу понизу пройти, да? И сюда прийти. Ладно, тогда это потом. Погнали наверх. Так, собаченьки. Волкодава. Собирал подсолнухи. Понятно. Так, погнали наверх. Так, правильно было? Угу. А теперь понятно, для чего тут. Я думал, для чего столько меток? 5 штук аж придумали. А тут вон оно, оказывается, как. Блин, думать, думать и думать. Куда идти, чего, куда податься. И там осматривается. Что тут высматриваешь? Да ёпта, высоты. Блин, опять чуть не загасили. Был бы я бы магом, меня бы тут два удара и до свидания. Так, а вот и древо Эр, да?
Так, там походу босс. Я так понимаю. Блин, а чё, мне каждый раз этого босса убивать, что ли? Не, я не в плане, что босса убивать, а в плане, если я тут... Не знаю. Так, может ты мне бутылочки пополнишь? Блин, 15 тысяч я не хочу терять. Я его не убью с первого раза, потому что я всегда на нем терял жизни. Понятно, что благодать недалеко. Так. И тут вот эту еще дорогу бы надо проверить, да? Вот что вот сюда вот ведет. Тут вообще карты нету. Ну тут понятно, это часть карты. Ну тут прям пипец.